Сейчас Андрей Губин поет про любовь. 20 лет назад его волновали совсем другие проблемы. Мне глубоко симпатично такое будущее, о котором говорят на переговорах руководители нашего государства. Ну да, мне нравилась политика Горбачева. В школе Андрей мечтал стать журналистом. В 8 классе он написал письмо в журнал «Огонек». В стране идет перестройка, а в нашей школе преподают все по-старому. Письмо школьника опубликовали. Реально было такое в учебнике, значит, короче, было написано, что если, значит, взрыв что-то там атомной бомбы что-то за 5 километров, нужно окопаться, типа, успеть за 5 минут или там за сколько, за 10 минут окопаться там на 70 сантиметров. А если за 3 километра, можно на 50 окопываться, все равно ничего не поможет. Ну это же бред, если атомная бомба взорвалась в Хиросиме, там же все снесло. Учительница литературы говорит нам, что лучше не читать журналы «Огонек», «Новый мир», «Знамя». Как истинный педагог подает пример, не читает их сама. Письмо Андрея Губина в его школе произвело эффект разорвавшейся бомбы. Я просто шел в школу. Вот я захожу в школу, у нас школа буквы «П», наверное, да, вы видели. Я вот захожу в этот двор, я помню вот это ощущение вакуума, какое, которое образовалось вокруг меня. Я чувствую вакуум такой вокруг меня. Люди как бы раз такие сейчас все отшатнулись. Я захожу внутрь школы, все так в стороны от меня, как будто я какой-то прокаженный. Я иду дальше, и тут какой-то там такой четвероклассник вдруг подбегает, такой смотрит на меня, такой... Ну ты даешь. И куда-то убежал такой. Вот я думаю, чего ну ты даешь? Ну как бы думаю, что-то произошло, наверное. Стал перебирать свои, ну, потом раз кто-то ко мне из наших, там, из класса нашего подбегает, говорит, Андрюха, мы письмо твое там напечатали. Ты что там написал-то вообще? Вот думаю, ничего вроде страшного написал, как мне так запомнилось. Вот. Думаю, правду вроде написал. Учителя отомстили Андрею. Его перестали вызывать к доске. За глаза называли наш критикан. В 11 классе будущему кумиру девчонок не выдали аттестат о среднем образовании. Школу Андрей Губин закончил со справкой о прослушанном курсе. Прошло 20 лет. В школе поступок Андрея Губина помнят до сих пор. И считают, что ученик Губин – хам и грубиян. О своем поступке Андрей не жалеет. Он и сейчас готов подписаться под каждым своим словом.